У тебя физиологически ты смотришь более примитивный контент. Значит, более сложный контент ты находишь и говоришь, так, вот надо обязательно будет это в закладке. Я у себя сохраню на стене. Значит, меньше 2% информации, которую мы умные, которую мы сохраняем, мы к ней возвращаемся. То есть мы для своего эго, как мы говорим, я не дурак, Кардашьяном меня не проведешь, понимаешь? Вот. Я все отложу. Вот. Но мы как-то белка, понимаешь, спрятала, но забыла. Белка с Альцгеймером, да? Вот. Белка с Альцгеймером смотрит на веселые картинки.